Сегодня день семьи, любви и верности. Соревнования со смыслом и вкусом, приуроченные к этому дню, прошли в Махачкале. Четыре супружеские пары пытались завоевать победу в кулинарном баттле. Подробности о вкусном поединке расскажет Зумруд Гамидова. Профессии у них разные – педагоги, танцоры, рабочие. Но сегодня всех объединяет одно – каждый здесь демонстрирует свои кулинарные навыки. Семья Зайцевых в браке уже более 40 лет. Людмила Зайцева признается, что на кухне у них нет главного. Готовят зачастую вдвоем с мужем. Сегодня на суд жюри пара представила блюдо, которое в их семье любят все – наггетсы. Ну, у меня и в семье очень любят это блюдо, особенно маленькие детишки. Ну и вообще так оно очень вкусное. У меня особая приправа есть к этому блюду, поэтому я решила приготовить. В дело пошли разные продукты, свежие овощи и мясо. И теперь можно начинать удивлять взыскательное жюри. Замесить тесто для лакского хинкала когда-то для Залины было нелюбимым занятием. Но выйдя замуж, свекровь привила девушке любовь к готовке именно этого блюда. Теперь Залина сама регулярно радует домочадцев вкусными обедами. У нас в доме есть такая традиция, что каждое воскресенье мама мужа, она собирает всех детей, своих сыновей, внуков, готовят лакский хинкал, всех собирают, мы все садимся за один большой стол и трапезничаем. А муж когда-нибудь помогает вам на кухне? Ой, это постоянно. Да, мы как бы все делаем вместе, все делаем дружно. А за соседним столом дружно колдуют над вкусным обедом семья Салимовых. Кулинария у них общее увлечение. Сегодня вместе они готовили традиционное дагестанское блюдо – чуду. Но главное для них – не победа. Глава семейства признается, что в такой день просто не могли остаться в стороне. Сегодня такой день – день семьи. Семья – это, в общем, такое дарованное Всевышним благо, которое нужно хранить, беречь. И если не в такой акции принимать участие, то еще где. Поэтому я каждой семье тоже желаю, пользуясь случаем, поздравляю их с этим прекрасным праздником. Желаю всем любви, гармонии, терпения. Берегите, уважайте друг друга. В течение часа им предстояло приготовить блюдо на выбор. Но помимо достижения вкусовых качеств, нужно было еще и другое. Суметь интересно презентовать свой кулинарный шедевр жюри, который оценит простоту, оригинальность рецепта и эстетику в подаче на стол. Главная цель сегодняшнего мероприятия, говорят организаторы, сохранение семейных ценностей. Семья – это всегда была и всегда есть самым главным кусочком нашего общества, то есть основная ячейка. Оттуда все и начинается. В семье воспитываются и дети, в семье воспитание дети несут на всю жизнь. То, что родители дали детям, то и они проносят и передают уже своим детям. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.